Утро вторника. Пожег вчера костер. Ну так, без фанатизма. Ничего не готовил на нем, компот не варил. Просто пожег костер. Устройства заряжаются. Палатка. Ну, спальник, как обычно, я просушиваю. Тут полотенце, плавки. В плавках купаюсь. А то мало ли, кто приплывет, а я голый. Конфуз. Ну, сохнет одежда. А вот на футболку-то на мою капля смолы упала. Ой, теперь как ее отмыть, еще вопрос. Может, и не получится. Здесь вот ведро, у меня там продукты хранятся. Масло там лежит, картошка. А вот здесь окунь. С утра сегодня плавал, щука сорвалась. Ну, тоже небольшая, все равно подпустил. А окунь попался. Ну, здесь висит. Буду варить. Хоть он и один, но супчик-то я сварю. Из окуня суп не сварить грех. Вот береста. Вот такой вот быт. Смотрю за этими архаровцами. Да, конечно, не сообразили они. Не сообразили. Там вот где-то. Разве так увидишь? Через трубу надо смотреть. В общем, не собрали они. Не собрали они дров. По тьмах сидели. В палатку ушли, с фонарем там кувыркались. Вот лень. Дрова-то там есть, надо просто походить, посмотреть. Так бы сидели около костерка, звезды смотрели. А они даже часов 10, наверное, уже и ушли в палатку. Самое пропустили интересное. А звезды, конечно. Вчера такие интересные явления в небе были. Кто его знает, что это такое? Огни какие-то туда-сюда перемещались. Непонятно. Голоса доносятся оттуда. Они голые, что ли, там? Надо посмотреть, что они будут делать. Вот, а я поел рис с яйцом. Что-то как-то даже есть меньше хочется. Две тарелки у меня было риса. Одну съел, вторую уже не осилил. Сейчас чай буду заваривать и отдыхать. Еще я наловил 4 маленьких рыбки на вершу. Думаю, может быть, перемет сделаю. Там палка в одном месте воткнута стоит, я видел, в воде, около камышей. Вот к ней прикреплю перемет, с другой стороны груз и бутылку. На расстоянии где-то метр. Поводки с крючками. Посмотрим, может получится что. Поймается щука на такую снасть. А окунь-то это, конечно, хорошо. Суп из окуня очень вкусный.
Ну вот, вторник. Вторник заканчивается. Второй недели. Да, сегодня день прошел интересно. Решил я сделать перемет. Ну, небольшой, на 4 поводка. Растянул тут веревку, ну, вот эту нить, основу перемета. Сделал петельки и прикрепил поводки. И вот это была моя ошибка, потому что когда повез ставить его, все перепуталось, запуталось. Это была, конечно, моя стратегическая ошибка. Ну, кое-как я что-то там распутал и поставил 3 живца. Кто его знает, получится, чего нет. Если не получится, то, ну, увижу, что перемет этот не работает. Завтра попробую переделать перемет. И только теперь я уже буду его монтировать по-другому. Просто сначала натяну там на воде основную вот эту линию с петельками. Потом уже буду плавать вдоль перемета и оснащать поводками. Ну, опять же, непонятно, какие крючки надо на таких живцов. Я нашел какие-то относительно тонкие крючки и поставил 2 струны и 2 такие, 2 поводка из лески. Потому что, мало ли, может быть, не только щука, может, еще кто-нибудь. В принципе, тут есть угорь. И угорь на мелкого живца он тоже берет, хотя предпочитает червей. Когда-то очень давно мы тут ловили угря. Именно на перемет он ловится хорошо. Ну, тут мы видели такие переметы, когда через все озеро сотни метров такие стояли переметы. Ну, это, конечно, снасть, в общем, считается браконьерской. Ну, когда там 2-4 крючка, это можно считать, что это то же самое, что и жерлица. Вот, и у меня есть мысль поставить донку. Тут какая-то дискотека. Кошмар, вроде тихо было. И вот фестиваль, что ли, там какой-то. Грохот, музыка, быц-быц-быц. Что это такое? А до туда, откуда доносится звук, больше 3 километров. По воде как идет звук. Ну и там, наверное, грохот такой. Надеюсь, все-таки они хотя бы до 0 часов у них завершится все вот это дело. Уж, конечно, напрягает музло. Хочешь посидеть в тишине. Я даже вот сегодня радио практически не слушал. В тишине. Ну и делами занимался. То перемет, то еще что. Суп варил. Вот, кстати, выловил щуку, но такого размера, как бы, минимально допустимого к изъятию из водоема. Ну, с локоть где-то. Ну и до этого еще днем, ну, несколько раз сошли у меня там, плохо зацепились. Окунь поймался, ну, такой. Не сказать, что очень большой, были и больше тут окуней. Ну и не совсем маленький. Я решил провести эксперимент. То раньше я окуней чистил, ну, полностью от чешуи вместе со шкурой чистил и все. А тут я подумал, а сварю-ка я его вместе с кожей. Потому что многие люди советуют окуня, говорят, надо с кожей варить, с чешуей вместе. Ну, чистить его бессмысленно. Там чешуя очень прочно связана с самой шкурой, как бы, рыбы. Вот, поэтому я просто почистил, потрошил
всю клопню порезал и сварил его всю. Уху сварил с половинкой луковицы, с черным перцем и с солью, и все. О, да чего нежный, вкусный отвар. Жидкость сама. Его можно пить, и это просто пьешь и испытываешь блаженство. Чистый окуневый суп, конечно, еще лучше, но когда и щука, и окунь сварены вместе, это какой-то особый, вообще необычный вкус. Это благородный суп. Ну, уха. Потому что если бы там была картошка, морковка, еще какие-то там крупы, то тогда да, по классификации, как бы грамотные люди считают, знающие люди, что уха это только в том случае, когда рыба, лук, черный перец, ну, изредка чеснок, ну, или какие-то еще приправы, и все, соль, вода. Вот, даже лавровый лист, как бы считается, вот все положили, лавровый лист, все, это уже не уха, а рыбный суп. То есть лавровый лист, он как бы снижает планку кулинарную, сразу низводит эту уху до супа. У меня нет с собой лаврового листа. Я его и так-то вообще не особо люблю, лавровый лист. Редко добавляю куда-то. У меня основные приправы какие? Красный перец острый, черный перец, смесь карри, чеснок. Вот это как бы основа всей кулинарии. А дальше уже какие-то там зира, там перец пипал, душистый перец, кардамон, мускатный орех, там по обстоятельствам. Если, может быть, это сладкая какая-нибудь выпечка, еще что-то, то там другой набор, там не нужен красный перец. Хотя есть шоколад с красным перцем. Да, вот музыка. Вроде хочешь куда-то уехать подальше от суеты, от шума. И все равно доносится, все равно. По утрам моторки эти раздражают очень сильно. Она как... И вот так полчаса она гудит, 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 гудит. Так, перетак. Что ж вы, совести у вас нет. Вон, кстати, там уже опять поехали. Нет, конечно, летом хорошо. Вот я сижу здесь в шортах, в футболке. У меня дров полно тут лежит. Ловлю рыбу, купаюсь. Питаюсь хорошо. То рис ем, то горох, то макароны, то картошку. А почти всю неделю первую ел одну капусту. Купил кочан капусты и то суп с него варил, то несколько раз жарил, большую часть пожарил эту капусту. То с рисом. А вот гречку еще даже не починал. Непочатая пачка стоит. Рис, ну так, нормально я поел. Макароны один раз варил. Горох один раз варил. Картошку много раз делал. Еще немного моркови осталось. Лука вот маловато. С луком я пролетел, посчитался. Надо было лука брать чуть больше. Я считал по луковице в день, а может быть я в какие-то дни по две использовал. В результате сейчас приходится экономить. Вторая неделя – это неделя экономии. Если в первую все летит, как бы, там продуктов полно, всего полно, то вторая неделя уже заставляет задуматься. Но на самом деле на второй неделе, вот как вот сейчас я чувствую, быт налажен. То есть я нормально существую вот на острове небольшом. Вполне себе комфортно.
хорошо ем, хорошо сплю, отдыхаю, развлекаюсь. Ну, в основном отдыхаю, конечно. Лежу подолгу на открытом воздухе, пью чай. Ем два раза в день. Вот получается так, что я с утра просыпаюсь, либо готовлю завтрак, либо если с предыдущего дня что-то есть, то разогреваю там и ем. Это утром. Ну, как получается, проснулся, ну там час, может, проходит, пока там печь натопишь, пока разогреешь туда-сюда, поешь. Ну вот, проснулся я сегодня. Хотя ем зачастую не прям сразу. Вот, например, сегодня проснулся, первым делом поехал рыбу ловить. И плавал там, наверное, часа полтора, а может и больше. Вот, и только потом пришел и начал разогревать еду. Не хотел с утра есть, ни есть, ни пить, ничего. Поехал вон рыбу ловить. Потом, да, потом, когда выловил рыбу, уже готовил уху эту. Вот музыка доносится, раздражает. Вот, с электричеством плохо, два дня пасмурные были. Все разрядилось. Аккумулятор стал что-то, повербанк стал барахлить, То он у меня заряжал телефон, ну, со 100% зарядки повербанка он заряжал, ну, 2-3 раза точно заряжал. А теперь он с 90 там 5% было. Телефон зарядился, да, на 100%, но повербанк полностью высадился. Аккумуляторы заряжаю для радио. И тут вроде я успел маленькие зарядить, и большие тоже, в общем-то, заряжены. Слушал его мало. Еще у меня есть ряд аккумуляторов, которые я использовал для такого самодельного зарядного устройства от высокого напряжения, работающего со всякими там протоколами, ПД, КЦ и так далее. Вот. Их тоже заряжал, но еще не все перезарядил до конца. То есть вот две солнечные батареи мне хватает впритык. Даже можно сказать, не хватает. А у меня такие потребители. Телефон, радио и фонарь. Три. Никаких там дронов, никаких видеокамер. Вот. Три потребителя. И то еле-еле хватает двух батарей. Одна с четырех панелек, другая с трех панелек. Хотел попробовать напрямую заряжать от батареи, от высоковольтного выхода, как оно пойдет. И очень облажался, взял не тот штекер. В этой батарее какой-то нестандартный разъем под высоковольтный. То ли штекер я взял неправильный, а там обычный какой-нибудь 2,5 или что-то такое. В общем, не входит. Надо будет потом проверить, подобрать штекер. Потому что у батареи, которая 4 панельки, есть выход высокого напряжения, прям вот сырого с батарей. А у меня есть преобразователь, который высокое напряжение преобразует в напряжение зарядки разных там протоколов. Ну, зарядное устройство такое. Вот. И оно быструю зарядку обеспечивает. Там 9 вольт, 12 вольт. Есть даже режимы, где там 20 там, с чем-то вольт. А поскольку я ставлю 6 аккумуляторов, то там все практически режимы доступны, даже лучше, чем на сетевом зарядном устройстве родном от телефона. То есть, например, там есть очень быстрая зарядка. То есть это больше 9 вольт, какой-то там 12, может. Ну, не знаю, там надо смотреть с помощью провода. Вот, ну, в общем, устройство позволяет заряжать. Я хотел эту солнечную батарею попробовать, но вот такая вышла незадача. Не проверил. И штекер взял не тот. Могу, конечно, на колхозе, тут у меня проволока есть. Но боюсь как бы не закоротить батарею, потому что все-таки это лучше делать со штекером. Туристы уехали, которых я видел в трубу. Они вот не сообразили дрова собрать. Самое пропустили, самое лучшее время. Тут вот вечером,
когда уже стемнеет, ну после 10 там часов, небо, какие звезды, настолько красиво выходишь, туда вот на берег смотришь, и еще тепло, ничего, комаров особо нет, вот, ну единичные какие-то там вылетают, прилетают комары, но это как бы не проблема. И они такие дров не собрали, и в 10 часов уже в палатку заныкались. И все, там какое-то время с фонарем находились, потом все. Думаю, что же вы, ребята, самое пропустили лучше. Тут, ну, днем, да, ну, обычно это, как и везде. Но ночь, тут нет светового загрязнения, тут небо такое чистое. Звезды видны яркие, созвездия все, как по науке называют, астеризм. Астеризм, астеризмы видны. Вон там бобры плещутся. Ну, 10 часов в палатке ушли спать. Ну, это, конечно, что одно слово. Архаровцы. Ну, вот, архаровцы, короче, уехали. Собрались сегодня среди дня. Сели в байдарку и... плыли. Больше после этого приплывали на ту стоянку еще какие-то люди на моторной лодке. Ну, там вышли, походили немного. Не стали задерживаться, не стали. Вот сейчас вторая стоянка пустует. Так, думаю, может, кто-нибудь еще приплывет. Разные, вот пока я тут был, разные туристы. И одиночные приплывали, и там три человека. Ну и всякие там различные люди, даже на машине приезжали, на моторках много раз. То есть вторая стоянка, она посещаема летом. И как бы летом я бы не рекомендовал там останавливаться. Вот поэтому я и не остановился там, я остановился напротив на острове. Остров маленький, сюда никто особо не суется, и здесь ну, даже много народу не разместится. Одному тут идеально. Камерная такая обстановка. Поляна со всех сторон окружена деревьями. Ели такие мощные. И это все на возвышенности. Но с той стороны, там слоем леса такого небольшого, ну, эта вот поляна, она закрывается от ветра, который идет с плеса огромного, который там находится. А там гигантский плес. 3-3,5 километра шириной этот плес. Вон так кто-то булькает. А здесь вот лагуна. У нее такой узкий вход, как вот мешок такой, горловина мешка. И вот остров находится как раз в самом узком месте. То есть он контролирует проход в эту всю лагуну. Лагуна имеет, ну или залив, диаметр где-то 500 на 700, наверное, метров. Вот так вот, эллиптической такой формы. То есть вот отсюда до второй стоянки, которая напротив, находится 500 метров. А от того края залива до выхода из горловины, ну, раза в полтора, наверное, больше. Ну, то есть 700 там, не знаю, по карте надо, карты Google там или Яндекс какие-то посмотреть там точно. Ну, приблизительно такие габариты лагуны. Вот. А ширина вот здесь вот горловины, которая находится прямо вот непосредственно здесь вот, она, ну, метров 25-30, ну, может, 50 метров. Очень узкая такая горловина. Вот, и все, кто сюда заплывают, в эту лагуну, они проплывают мимо. И с острова-то все видно. Он вот так вот, круговой обзор. Вот там вид на лагуну, то на вход, туда вот дальше, на сам Селигер. Вот. А что делается на острове, с воды очень плохо видно. Потому что слой елок растет. Ну и вообще плотная такая растительность там возле берега камыши. То есть пристать здесь можно далеко не везде. То есть можно пристать, но придется ломиться через топь, через камыши. Единственная вот пристань тут. Такой вход в камышах. То есть такой укрепленный остров и... Ну, просто так не будешь присаживаться. Вот. Ну, у меня висят тут всякие вещи. То есть люди, в общем, видят,
через просветы среди деревьев. А, там что-то висит, ну, понятно, там стоянка. Вот, и уже никто сюда не едет выяснять, может тут встать, нельзя, нет. Все, мимо проплывают вот туда, на вторую сразу. Вот. Весной я тоже думал встать на этом острове, но все-таки весной холодно, света мало, и на вторую стоянку весной никто не особо там не претендует. Никого я там не видел за 2 недели. Вот. Поэтому смысла на остров становиться нет. Там все-таки простор больше, там можно уйти гулять в лес, на озера там. Но сейчас опять же как? Вот я если встал там, пошел бы я на озера? Нет. Даже плавать бы спокойно тоже не мог. Потому что я отплыл там от берега, а там кто-нибудь приперся, раз стали в палатке там шариться или еще что. Приехал обратно на лодке, а вещей нет. Еще хуже, документов нет. Вещи-то ладно, это наживное дело. А вот документы, ради как, вот я на поезд не пустят. Добирайся, непонятно как. Ну вот, поэтому на острове все-таки здесь пешим ходом сюда пройти нельзя. Ну, может быть, если очень постараться в болотных сапогах, рискуя провалиться там в трясину, то, может, и можно сюда дойти. Но это если уж прям сильно припрет. То есть вопрос жизни, так сказать, и смерти будет. То тогда можно с этой второй стоянки, вот так обходя там, ну, значительное расстояние, пару километров там, потому что напрямую там не пройдешь, там надо по лесу там плутать. Там глухой, непроходимый лес, без троп, без всего, только кабани там есть. Вот, а дальше болото, там клюква, там вот, кстати, клюкву я обнаружил. Вот, и болото, которое весной, оно затоплено водой. То есть весной это остров, остров совсем, а сейчас это такой остров, связанный полосой болота. Вот, и через это болото человек, конечно, с трудом пройдет, может и не пройдет. Там кочки такие, чуть не метровые, вот такие вот, все. Это гиблое дело. Это, если уж оттуда кто-то пойдет, то все, пиши пропало. Это значит, очень мотивация сильная. А так, скорее всего, тут если кто и приедет, то на лодке. Это уже намного лучше, чем когда пешие люди приходят. Тем более на машине, не дай бог. Там у меня в палатке сплю, а кто-нибудь возьмет ночью, на машине приедет. О, удовольствие-то. Мне там, допустим, надо в туалет выйти или еще что. А там дискотека. Вот тут вроде утихнет, потом как ни с того ни с сего. Бу-бу-бу-бу. Что за такое? Нашли место и время. Тут тишина, тут люди отдыхают, как бы, а не то, что какие-то дикие там пляски под музло. Вот день быстро прошел. В заботах, во всяких трудах, изготовлении перемета. Хотел еще удочку обычную поплавковую оснастить. Но до этого руки не дошли. Вот. Костер сам себя поправляет. Вот береза, да, дрова своеобразные. Огня сильного нет, но там угли очень мощные. И костер такой горит долго-долго. А у меня вон этих березовых еще дров полно. И еще там 2 ствола лежит здоровых, которые надо пилить, потому что их целиком не дотащишь. То есть, если в лесу как бы проявить определенную смекалку, если шарики, ролики, там все это нормально, как бы человек соображает, найдет дрова. Пусть, да, придется потрудиться, попилить, опасно, потому что на голову может упасть. Гнилые березы пилить никому не рекомендую, если вы только
ну, абсолютно точно уверены в том, что вы делаете, соображаете, что может быть, тогда приступайте к этому делу. Если вы не понимаете опасность, как она ломается там вот вверху, эта береза, и какие падают оттуда увесистые фрагменты, пожалуйста, не надо пилить такие. Собирайте вот то, что валяется, или лежащие пилите, но не надо пилить стоячие сухие березы. Это опасная затея. Я как бы, ну, понимаю риск, понимаю, да. Очень внимательно, с помощью веревки раскачиваю, чтобы иметь возможность, как только вижу, что что-то там падает, ломается, отскочить как можно дальше, отбежать. Куда упадет этот кусок, неизвестно. Она раскачивается, она может метнуть его, как, ну, как катапульта, откинуть его. А бывает, что он падает вертикально вниз, там, ну, по-всякому. Вот, поэтому, когда такую березу приходится пилить, очень внимательно надо наблюдать. То есть смотреть не на то место, где там пиление происходит, а на саму березу вверх. Но, конечно, и про то место, где происходит пиление, забывать не надо. Потому что если она начнет внезапно как-то резко падать, она может тем местом очень мощно выстрелить, комлем ударить. И это тоже страшное дело. То есть пиливать деревья или рубить — это небезопасное мероприятие. То есть это не хихоньки-хахоньки. Надо очень тщательно и серьезно подходить к этому вопросу, чтобы не получить травму. И вообще, походу, надо стараться себя оберегать от травм. Руки, чтобы не были поцарапаны, нигде ничего порезано. Нигде, чтобы не воспалилось, не изнагноилось, не натерлось. Вот, то есть все это... Поэтому надо поддерживать чистоту. Купаться, если есть возможность. Как-то еще мыться, обтираться. И это очень важно. Вот там жизнь. В воде какие-то животные там плещутся, булькают, рыбы там, лягушки, кто знает, кто еще там есть, в обрывом там живут. Своя жизнь. Звезды видны, даже отсюда видны, да, нормально так, и при этом тепло, вот что удивительно. Обычно, когда звезды, бывает холодно, но сейчас нет. Ветер очень слабый, тепло, а когда ветра вообще не было, было даже душно. Это уже в темное время суток. То есть сейчас довольно тепло, ну 20 градусов. Какой интересный вечер. Очень тихий, было даже слышно, как в камышах рой комаров гудит. Все это было слышно. Хорошо, хорошо тут. Все это как раз думал о том, вот, по сути, это оздоровительный такой поход, мероприятие оздоровительного характера. Отдых и оздоровление, потому что я вдыхаю тут воздух чистый. Смотрю вот не в какие-то мониторы там, в экраны различные, телефон там, еще что-то, компьютер. Вон смотрю вдаль, на озеро смотрю, на небо, как там птицы летают всякие. То вблизи смотрю, когда крючки привязываю или там какие-то поводки делаю. Глаза тренируются. Питание здоровое, 2 раза в день ем. Много пью чая. Вот компот что-то как не очень в этот раз. И смесь есть, и все, но как-то вот не идет. Может, он должен быть очень холодный, компот. Вот когда вы весной, да, он ночью постоит плюс 2 градуса. Утром такой пьешь, прям зубы аж сводят, такой холодный.
но вкусными. А сейчас как-то, да он прокисает быстро. Вот не то, не то. Не знаю, у меня другая смесь есть, может, с ней лучше получится сварить. И сахар еще остается. Еще у меня есть джем. Вчера ел джем клубничный. Весь не съел, там немного так съел. Ну, в такой упаковке майонез. Ну, выдавливаю ложку, съел, и все, с чаем. Хорошо. Конфеты у меня остались, яблоки. Все это я экономно, по чуть-чуть. Ем там одно яблочко в день, там две конфетки. И хватает. Но не то, что сразу взять и там 10 конфет и 5 яблок, а потом лапу сосать. Очень понемногу. Удовольствия сильно больше не будет, если сразу 10 конфет съесть. Приблизительно то же самое, как от одной. Но тогда эти конфеты очень быстро кончатся, через день-два их вообще не будет. А конфеты или какие-то там сушки или еще что-то, это не основное питание, а это такое вот вечернее удовольствие. Съесть возле костерка или там вот где-то, налить чайку, съесть там конфетку, сушечку, яблочко, подумать, послушать, как вот там вот квакают, булькают, и идти спать после этого, попить чай и спать. Тогда спится просто великолепно. Воздух чистый, свежий. Вот так вот тихо, как сейчас. Вот там вроде музыку выключили где-то там вдалеке. Такой сон, он исцеляет. Он как бы придает совершенно других сил. Никакого там инфразвука, ничего, каких-то ни духоты, как в помещении, в городе. Абсолютный чистый воздух. Абсолютно. Просто вот дышишь, и он приятен для дыхания. А ночью, когда свежий воздух, то и сон другой. Да, еще бы сюда орехи и минеральную воду. Тогда вообще было бы здорово. Но это куда-то на Кавказ надо, там такая диета. А тут вон рыба, крупы, капуста, горох. Тоже целительный, кто спорит. Капуста и горох это и сытная, и вкусная еда, недорогая. Вон гречку еще даже не начинал. Масло сливочного полно осталось, 1,5 пачки. Растительного полбутылки. Я думаю, хватит мне растительного масла до конца недели. Плавленый сыр есть еще. Майонез. Ну, картошки немного. Вот завтра, наверное, буду... Быстро овощи все эти портятся. Огурцы у меня испортились. Еще ведь яйца у меня есть. Чуть меньше десятка. Наверное, 8 или... Да, 8, наверное, штук. Ну, так еще на несколько дней хватит поесть. 3 коробки яиц я брал, 30 штук. Надо было 4 брать. Свеклу убрал. Вот очень мне понравился такой салат из свеклы и вареных яиц. Благородный салат с чесноком. Просто вот вон там бобры беснуются, плюхают. Утки тут, кто только... Много хищных птиц летают, такие здоровые, с коричневого цвета, с белыми такими пятнышками. Клекочет там. Ну, конечно, заснять вот... Меня просили заснять животных тоже, пользователи, подписчики. Но... Через такую трубу это не... Не просто так, это надо вот если сядет птица,
куда-то, неподвижно будет там сидеть, то можно данные вести и заснять. Но если она вот там где-то летает, то нет. Очень сложно. Может, можно как-то, но пока я не приноровился. Я еще только приноравливаюсь к тому, чтобы снимать через трубу с помощью телефона. Ну так он туристов поснимал скрытой камерой, так сказать. Ну, надеюсь, это не будет каким-то расцененным вторжением в частную там жизнь и прочее. Видишь, в общественном пространстве, это не то, что их там я снимал через телескоп, как они дома что делают. Это общественное пространство. Здесь, мало ли, на любом острове может человек с телескопом, с трубой, там, с биноклем, с чем угодно быть. К этому надо быть готовым. И что, может, за мной кто-то смотрит трубу, ну что ж поделаешь. Я живу своей естественной жизнью. Не делаю ничего злого, дурного. Так и они так же. Там что-то леску намотали, удочки половили, туда-сюда, в палатку ушли. Ну, какой-то, ничего порочащего, никакой информации тут нет. Это просто вот жизнь. Так вот, так она происходит, так. Да. Быстро проходит время. Быстро. Вот еще такой лесной житель, клоп. Ночью приходят клопы. Где-то они живут. В березах, наверное, они. В листве берез, там где-то существуют. Зеленые есть клопы, вот такого цвета клопы. Вот бежит по краю коврика. Thank you.